24 февраля по народному календарю отмечают Великий Велесов день, который также еще называют День Святого Власа. Согласно легенде, святой мученик был покровителем лесных зверей и заботился о бедных людях. В народе считалось, что Велес может защитить чуть ли не от всего. Его просили о семейном благополучии, об удаче в путешествии или в лесу. Наши предки заранее готовились, с вечера разливали молоко по кувшинам, а дома расстилали шкуры и выкладывали высушенные коровьи рога. В Великий Велесов день на стол ставилась каша, хорошо приправленная маслом, а вот говядину или телятину подавать было нельзя. Главным атрибутом на столе был крепкий медовый напиток, который пили женщины, чтобы скотина была ласковой. А после этого хранительницы домашнего очага били своих мужей прялкой, чтобы валы были послушными. В этот день изготавливались обереги из коровьих рогов, которые оберегали от болезней, потому что они символизировали жизненную силу. Домашний скот кропили водой и приговаривали: «Велес, скоти бог, дай счастье на гладких тёлушек, на толстых бычков, чтоб со двора шли играли, а с поля шли скакали». По поверьям наших предков, Великий Велесов день приходится на середину зимы. Если на дворе наблюдалась оттепель, значит весна будет ранней и теплой. Если же на улице мороз, то весна будет поздней. Все сны считаются вещими и всегда сбываются. Потому нужно было запоминать, что снится в этот день. Также Велесов день был благоприятным для лечения различных болезней.